Медведь почесывает спинку. Да, не спит еще. Еще долго спать не будет. Поела, а я вот нет. Но оделась. Привет. Мансур чешет спинку. Так усердно. О, спинку, бока, живот. И увалился. Дурное медвежье дитя. Ну вот вам лапки. Завалился и играет с листочками. А он реальный-реальный. Вот он вам показывает, как он сейчас лежит на спине и играется с листиками. Пышуль, да. Пышный. Пышный ТВ из онлайн. Пышный, давай спать. А, мистер Пышный. Мистер. Мистер Пышный. Нет, ты посмотри, что бегать что ли будем? Пятница, да. Мансур решил сжечь. Нет, спит, когда придется. Где придется, в смысле? Где ночь застала, там и спит. Ну точно, все, пятница. Мансур, жги! Там закрыто, Мансур, там Паша. Паша испугался и закрылся. Да, закрылся. Ну что, что, Пышный? А, Пышненький. Не, а не спит. Мамочка, Мансур, страшно. Страшно же так, ты что, пугаешь меня? Вечеринка у Мансура, да, заходите, гости. Заходите к нам на огонь. О, опять спинку чешем. Пожалуйста, спинка чешется. Паша послушал совет и закрыл дверь. Паша просто плохо бегает. Для тех, кто переживает, почему Мансур чешется, скорее всего, у него линька началась. Поэтому он и чешется. Вот, один бок почесать. Второй бок почесать. Наливай вино, Мансур. Давай, у тебя столько много зрителей сейчас. Будем все испивать вино. Привет, Питер. Апельсины ест. Да, меняет уже. А уже видно по шерсти. Смотри, он такой белесенький стал. Разгулялся, да. Сергей, да он сегодня вообще полдня... Давил. Что, бегать что ли будем? Здрасте, пожалуйста. Обмоем бассейн наконец-то. Ну да. Наливай, Мансур. Привет, Яката. Я даже не знаю. А, Яката-то Екатеринбург. Вот я, блин. О-хо-хо! Что это за танцы? Дискотека еще рано, Мансур. Нет, не рано. А прошлый, вот Лада сказала, прошлым сезоном точно так же. Июль был. Июль-август. Так, пошел крушить что-то. Пятигорск. Дождь. Да у нас тоже холодно. Бостон, привет. Надеюсь, хоть в Бостоне хорошая погода. Пляски, да. Ну вот, непонятно, где улегся. Да, мы подписаны на этих медведей. Мы вообще на всех медведей подписаны.
Да, Оля, знаешь, в прошлый эфир я тоже думала, что он спать ложился. А он имел всех в виду. О, пожалуйста, спать, ага. О. Да, травка была волшебная, ага. Вот чем медведь занимается в лесу. Танчит. Да, сегодня мы мансурок травили. Тьфу, травили. Кормили травкой. Пошло не так. Может, наоборот, так? Сегодня ему весело. Вон, смотри, так взял за сучок. Ага. Что там, Мансур? Сейчас я тебе покажу с этой стороны. Приезжайте, конечно. На Пажетновых подпишитесь. Это вы нам, Карин, говорите? Они наши друзья. Очень хорошие. Ну да, вот мы опять в эфире. Такие вот мы. Непостоянные медведи. Ну вот здесь, конечно, надо почесаться. Березка конкурент. Травкой кормили. Веселящий. Привозите, привозите. Мед. Нам, правда, много нельзя, но мы с удовольствием. Мед не портится. Ох ты, березка. Ну, еще и дождь пошел. Прекрасная погода. Так, так, так. Пажет, но он, да, помощь нужна. Купался сегодня один раз. В феврале день рождения. Много меда нельзя, потому что... Ну, потому что нельзя. Так сказали специалисты. В природе же они тоже много меда не едят. Все, спасибо. Не за что. Угу, до свидания. До свидания. Он побегать захотел, да. 3 года Мансуру. Мансур парикмахер, ага. Спа-салон имени Мансура. Новый хэштег. Нам со старыми бы справиться. Я уже не помню, какие это. Олимпийский чемпион, ну здрасте, бегать. Добрые глаза, ну потому что он добрый медведь. Клевером и крапивой. Зачем его каждый день этим кормить? Он крапиву не ест. Клевер у нас не растет здесь. Да, он все думает, его Паша пустит. А Паша умный. Он закрыл вольер. Мансур, не стучись. Паша тебя не пустит еще. Да, крапива есть. Но он ее не ест. Мансур тоже, Оля, сегодня устал. Устал так, целый день спал. Целый день спал, а под вечер... Он, наверное, специально, типа, пятница, вечер, зажгу. А бывает такое у него, что он припозднился. Все, пошел в лес. Я думала, сейчас мы заснем, мы что-то спать не хотим. Хотим вот такую фигуру вам показать. Пашу запомнил. Он Пашу знает хорошо, но в этот раз запомнил особенно, да. Нет, не будет сердиться. Он знает, что что-то ему там сюрприз готовит.
Допустим, чуть попозже, через полчасика. Да и он в любом случае в лесу спит. Ага, ракус, да, шикарен. Hello. Bears, correct. One brown bear. Вторая попытка поспать. Сейчас мы зайдем с той стороны вольера. Эту штуку он вывернул. Какую, Оль? Вот медведь. А вот для тех, кто не знает наши соцсети. Мы есть везде с одним и тем же названием. Да, Андрей летит обратно. Когда будет, не знаю. Купаться не пойдет, Серега, закрыт бассейн. Сам день в бассейне. Вон там медведь, сейчас мы идем к нему. Привет. Не знаю, почему телефон разгорячивается. Потому что, может быть, медведь горячий. А медведь все хомячит, а? Ты посмотри. Ага, много, да. Километров много нахожу. Спасибо большое за хорошие слова. У нас тут вот медведь. Кушает траву. А что, в следующий раз получится долететь до Токио? Я так в Лиссабон ездила. Доехала только в третий раз. Два раза все не получалось. А третий раз доехала и очень рада была. Бегали сегодня. Мы каждый день бегаем, просто не каждый день снимаю. Сложно бегать с телефоном. Сон трава. Может, как раз он ее ищет. Сон траву-то. Мансур. Мне столько есть нельзя. Можно, медведь. Медведь тебе разрешает, да, Миша? Сильно пастух бьет током. Не убьет. Меня часто бьет. Я забываю так же, как и медведь. Такой заряд бодрости. Пастбище, ага. Ой. Ой, Мансур, яблочко нашел. Да, также любит бороться. С Андреем только борется. Ну и Андрей уже не выдерживает такого напора, поэтому длительной борьбы не получается. Нет, конфеты нельзя. Ни конфеты, ни печенье. Так же, как и всем остальным. Не очень рекомендуется. Что там такое? Сон траву давай. В другую сторону, ага. Да, все время ходили налево, а сейчас идем направо. Сменили ориентацию. Хотя для пятницы, Мансур, это странно. В пятницу надо налево ходить. Кстати, да, что-то он обычно наестся кашей, спать ляжет, а сейчас что-то прямо он подбирает все. Помидоры, яблоки можно, он любит помидоры, особенно сейчас у нас в почете. А, он щелкать начал, когда хаски пришла. Там одна хаски была, просто у хаски такое название породы, что непонятно, одна пришла или две. Малинка у него есть посажена. И он щелкать начал, и мы попросили просто, чтобы собака отошла. Что-то у него реакция была не очень. А когда щелкает, как Пажитнова говорила, что это значит, что он либо боится, либо, ну, в общем, ему не нравится это. Да, или злится. Можно помидоры? Я же ответила, можно. Малинку сейчас едите. Мансуру не даете. Ай-яй-яй. О, давай уже, засыпай, Манюнечка. Давай, мой хороший.
Все мы тут так спать уже хотим. Да, вот и как раз покопаешь ямочку. Кстати, заметили, он в последнее время здесь только и спит. Как-то ему возлюбилось это место. Нашли собаку, да? Давно нашли уже. Наконец, ага. Вот, все. Ой, все, скажи, я заснул. Вот так вот быстро все происходит. Сон, траву он нашел, съел и заснул. Все. Все, уже ничего не нюхает, уже спит. Дождались, да. Да, не дышим, точно, не дышим и не разговариваем. Да, попытка номер 2. Плющи все, ага. Сейчас попереворачивается немножко и заснет. Здравствуйте, мы уже заснули. Мишочка заснул. Бабушки, боюсь, пи Мишутка на краю. Смотри. Давай спать. Красавец мой. Наш. Обычно всю ночь спит. Да, это аэродромная собака. У нее хозяева весь аэродром. Так, сейчас попробую. Ничего, получше уже не покажу. Вот так вот. Спокойной ночи. 6 утра. Сегодня проснулся в 6 утра. Бывает и в 8 просыпается. Сладких снов. Попка спит, да. Заснула. Так, так. Все скажи. Женя. Главное, ты не пропустила. Мансур спит. Резко. Он всегда так укладывается. Раз и все, и срубило. Бродит, бродит, прыгает, прыгает. Потом раз и... До свидания, милое создание. It's 9 p.m. now. And the bear went to sleep. Нормально ему, спокойно. Просто поезд идет, он к поезду же он плохо реагирует на него. На самолеты нет, а поезд реагирует. О, правильно. Вот так вот, надо на спине спать. Мучи-пучи, да. Все, так что можно выдохнуть. Разбушевавшийся медведь лег спать наконец. Да ты что такое, Мансурика? Вот да. Трынц. Лада, да. Я, кстати, Ладе сказала. Я говорю, Лада, сказали, что это ты ходишь в медвежьей шкуре. Мужик, да. Спи, красавица моя, давай. Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Сейчас на панду похож. Смешно так. Давай, бух. Все, спокойной ночи. Все, надо, наверное, мне тоже идти, а то, может, я его тоже раздражаю. Все, всем спокойной ночи. И до следующих эфиров. Включайте пышный ТВ. Всем пока.